Василий Ломаченко стал лучшим боксером мира минувшего года по версии Всемирной боксерской организации WBO. В 2017 году он одержал 3 досрочные победы над своими соперниками, после чего и был признан лучшим в своем весе. Сегодня он встретился с фанатами и журналистами, чтобы ответить на вопросы о его карьере и будущих боях. По словам боксера, в мае он может выйти на ринг с венесуэльским спортсменом Хорсе Линаресом, но контракт пока не подписан. Как только все будет согласовано, Ломаченко будет готовиться к поединку. Я думаю, что 90% это будет Линарес, 12 мая, Нью-Йорк, на большой арене. Очень сильный соперник, он чемпион мира по WBA, в следующей весовой категории, 61 килограмм, быстрый, серийный, боец топ-уровня, как раз тот скальп, который мне нужен. Есть мотивация быть лучшим, есть мотивация оставить свой след в истории бокса.